Всем привет, я Скиф, это Don't Start Together, продолжаю играть за Вебера. И, в общем-то, зима идет, хочется сейчас сходить пошатать Dragonfly, но я боюсь, что мне все испортят собаки. А собаки могут все испортить, тут у меня еще лампочки завернуты. Надо бы, наверное, поставить табличку, подписать. Тут у нас это экспромт оборона. Пауки. Хочется все-таки сделать дорогу туда. Но пока что, наверное, не буду. Ибо доски можно на более полезные вещи потратить. К примеру, сделать дорогу, да? Потому что тут с дорогами пока все плохо. Они какие-то есть. Но есть их очень немного. Да и вообще тут много чего еще предстоит по факту сделать. И зачем мне еще Dragonfly нужна? Для того, чтобы сундучки поставить. Все это будет делаться по весне, потому что сейчас ни черта не видно. И да, в комментариях писали про то, что у меня вот здесь вот эта тема есть. Она-то безусловно есть, но Dragonfly, тем не менее, мне еще пошатать надо ради камней. И зимой я все равно сундуки поставить не могу, потому что, ну, нормально я их не поставлю, нифига не видно, опять-таки же. А вот это не обязательно было хватать. Тут немножечко надо, наверное, собрать. У меня еще... Гекконы гуляют. Ну, гекконов, наверное, стоит в одно место какое-то свести. Но это, опять же, позже. А еще есть подозрение, что теневых шахмат надо бы подшатнуть еще разок. Ибо под землей я еще раз хочу древнего туплевопряда убивать, дабы зареспавнить руинцы. Тем более, что у меня там псевдонаучку целую шатали. И это как бы не очень приятно. Хочется все-таки пользоваться именно той псевдонаучкой, а не какой-то другой рандомной. Поэтому, пожалуй, подготовимся. Вроде как скоро будет момент для их пошатывания. Единственное, что зимой не очень удобно здесь с ними драться. Надо что-то с этим сделать. Возможно, стоит золотом как-то обложить эту дорогу или еще чем-нибудь, чтобы она была, в принципе, хоть как-то видна. Кстати. Ну, давай вот это заберем. Пусть оно пока что здесь валяется. Какой план капкан есть? Ну-ка. А может быть обычное какое-нибудь деревянное боковое там покрытие организовать? В принципе, оно зимой вон тоже как бы хорошо и наглядно видно. Это вполне себе вариант. Пока суть до дела, я решил побегать немножко по острову и подсобрать все то, что тут не собрано. Не собрано тут как бы прилично чего, да? Начиная с лунных осколков... И заканчивая тем, что тут еще и камни некоторые не собраны. И золотишко можно подобрать. И вообще, опа. Деревья у меня тут ходят, бродят. Ага, лунное стекло, да? Ну, лунное стекло мы, наверное, плюс-минус все собираем. Так, а что ты ко мне опять пристал? Мне от вас-то особо ничего не надо. С деревьями еще как-то надо дела иметь. Возможно, стоит тоже для них какую-нибудь зону сделать, их туда стащить. Энтов. Возможно, для чего-то пригодятся. Но опять же, зимой проблема в том, что гребаный снег лежит повсюду, нифига не видно. Поэтому стройкой заниматься, ну, такое себе. Как обычно, приволоклись собаки в самый неподходящий на то момент. Ну да ладно. Да, все-таки, наверное, больше злонимончиков поставить. Хотя, возможно, стоит больше гончузов сделать. Ну, блин, долго оборону. Вот ту, которую я хочу, очень долго делать. Поэтому я, наверное, пока другие дела поделаю. Надо бы еще, наверное, злонимона повыковырить. Хотя, по идее, на следующую ночь у нас уже битва с теневыми шахматами намечается, да? Поэтому будет немножечко не до этого. Что-то пауки как-то прохлаждаются где-то или что? Будем меня защищать, али как? Походу, али как. Опа. Сюда. Давайте-ка я сам. Подействую, чтобы это дерьмецо подшатать. Кстати, мяско можно сразу и забирать. Давай, воскресай. Хоба, до свидания. Плюс мясо. О, и ты еще жив. До свидания. Практически прибежал к месту битвы с Dragonfly. Решил не драться с теневыми шахматами. У меня же одно еще сердце-то есть. Его хватит для активации. Поэтому пока все ок. А время терять, просто кукурузу охранять тоже не хочется. Хотя я вот только прибежал и... Как бы время бить теневые шахматы. Ну ладно, мы их по весне можем побить, это не проблема.
Так, проблема будет, если я опять где-нибудь не там разожгу звезду, как я это сделал в прошлый раз. Вот это будет неприятно. На всякий случай мармеладки, но скорее всего они мне не пригодятся. Шапку. Давай, достаем мясобиту. Основной источник нанесения урона. Так, это мы убираем. Получается, тоже убираем. Меняем. Еда. Броня сюда. Броню мы тоже меняем, да? Так, флейта должна быть где-то под рукой. Так, ну это мне резко менять не придется. А вот броню надо. Хоп-хоп-хоп. Так, ну погнали. То есть план предельно на самом-то деле простой. Просто подходишь вот так, говоришь, слышь ты. И бьешь. Она говорит, слышь тебя. Бьет в ответ. Меняем броню, бьем дальше. Она нас снова бьет, мы ее в ответ снова бьем. Флейта пана нам пригодится позже. Главное не забывать переключать. В общем-то броню. И в таком случае Dragonfly нам нанесет примерно 0 урона. Единственное, надо, конечно, заряжать ту самую теневую броню. Но это не так, чтобы сложно. И желательно после того, как она удар сделала, сразу менять броню, чтобы потом ее не забыть поменять. Хоп, сразу поменяли. И продолжаем бить. По 57, в принципе, 59 она фуловая. Дамага наносит, да? Это немножечко подиспорченная. Но это не критично. Так, все, она полетела своими делами заниматься. Мы, соответственно, занимаемся своими. Ждем ее здесь, дабы продолжать наносить урон. Пока съедим это дело. Тут главное с флейты не продолбаться. Это как бы самый основной момент. Ну и давайте немножечко подзарядим. Хоп-хоп. Пока не особо-то и много потратили, да? А еще бывает, она лавовые личинки сюда выплевывает. На этот случай у меня еще шапка есть. Так, а куда? А, в смысле? Это сейчас что за урон был? Она сейчас меня ударила? Как это произошло? Это было странно. Тут главное не уснуть во время битвы, настолько она захватывающая, но максимально простая. Надо следить за последней личинкой, потому что когда последняя личинка умирает, она может перейти в активную фазу. Ну, фазу ярости. Не личинка, понятное дело, а драконья муха. Да, не самый динамичный бой, конечно, получается, но тем не менее очень лайтово. И просто можно ее забирать. Топливо ужаса фармиться не особо-то тяжело, да, под землей, когда мы находимся, мы так или иначе его там подфармливаем, на поверхности иной раз можно подфармить, без особых на то проблем. Ну, а две броньки со временем так или иначе вы добудете, если будете играть. Экс. И она, кстати, долго не улетает. Это с одной стороны приятно, а во, все, полетело, с другой стороны у меня кончается заряд. Тут по 25% с одного топлива заряжается. 26 топлива. Ну все, я думаю, мне уже особо много зарядов, в принципе-то, не понадобится. Она один раз переходила в свою яростную эту форму. Ну, с флейта была 40%, стала 30%, несложно заметить. Мармеладки, конечно, зря взял. Чисто подстраховка такая. Давайте в теле пока заточим. Ну и шлем. Чисто подстраховка по факту. Давай, иди сюда. Чуть-чуть поодаль все-таки буду стоять от озера этого с магмой. Потому что температуру ее набирает выбор довольно-таки бодрыми темпами, когда рядом стоишь. И давай аккуратненько добьем без всяких происшествий. Осталось всего лишь 5400 здоровья выбить, что довольно-таки-то немного. Оп. Обломись-ка. Сразу переключаемся, да, чтобы не продолбить вспышку. И готовимся к тому моменту, что она может опять перейти в свой режим гнева. А в этом режиме с ней лучше не шутить. Так, там еще одна личинка, я вижу. Оп, переключаем. И вроде она не перешла, получается, в режим свой. Тихо-т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 ихо. Я только отвлекся, и в эту же, мать ее, секунду эта дрянь решила перейти в яростную форму. Спасибо, спасибо. Хитрая. Хитрая, коварная.
Опа, главное не забывать переключать, а то вообще на изи прилетит. Как бы проверено. Проверено на личном горьком опыте. Хоп, переключаем. Все, давай, до свидания. О, изи. Пожалуй, самый простой способ. Хоть крабов лови. Тут вот эти стеклянные курганы, крабы плещутся. Из них же что-то там делать можно. Ну ладно. Зачем я себя приволокся? Лес успел вырасти. И походу прям весь. В идеале бы успеть его срубить. Но я боюсь, могут энты помешать. Но посмотрим, успеют ли они помешать. Чуть поудали зажег карликовую звезду. Что может быть проблемой. Но есть шахтерская каска. Что должно мне помочь. Просто энты еще любят поджигаться в карликовые звезды. И это такая себе история на самом-то деле. Но если что, мясо бито есть. Но проблема в том, что нам надо успеть максимально много и максимально быстро срубить. А скелет еще не из самых торопливых. Но зимние ночи очень длинные, ими надо пользоваться бы. С максимальной для себя эффективностью. В идеале в полнолуние бы это все делать. Вообще бы было круто. Ладно, погнали. Давай за мной. Ну да. Гопота выехала. Беги, беги. Ёпта, их там четверо. Это проблема. Ой, их пятеро, там еще и мелкий решил заступиться за лес. Да, энтов тут надо, конечно, конкретно зачищать. Чё-то их поразвелось, не к добру. Бежим, бежим. А-а-а, беги. Ну его сейчас ушатает, он даже выбежать не может. Черт. Порубил лес, проверяй. Ну, придется ветродуйчикой добивать, судя по всему. Гребаные энты, сколько вас тут? Что-то их дофига. Это все энты, что ли? Старая добрая ветродуйчка. Что же может быть лучше? Так, давай температуру подвыровняем. Сколько там энтов? Ёпта, тут как мне этот весь лес потом выпалоть? 3, 5, 7. Счет вас как-то много, господа деревянные. Так, они сейчас походу на меня стригерятся или что? Или да. Ладно, в любом случае, ну блин, семеро энтов. Там он восьмой гуляет. Между делом. Да, походу они за мной выехали явно. По крайней мере, парочка из них. Это проблема. Чем их в массовых количествах-то истреблять? Так, а давайте вы отстанете. Не, ну, походу просто так они, конечно, не отстанут от меня. Предстоит драться. Ладно, мясобито, иди сюда, выбираю тебя. Пауки мне тут не особо-то помощники, в этом еще проблема. Они пауков очень быстро и очень эффективно расшатывают. Как бы на изичах, да? Что-то раз, два, три, четыре, пять на меня выехало. А как мне сразу пять-то шатать? Вы чё? Игра! И как? Не знаю даже. Типа... Блин! А, ну, кстати, есть план. Есть план. У меня же здесь есть вот эти прекрасные злонимоны, которые могут дамажить бесконечно. Правда, с кулдауном. С нифиговым. Но какой-то дамаг бонус на они сейчас нанесут. Вон, по 60 урона вливают кому-то. И тут сейчас любой дамаг как бы важен, нужен. Поэтому пусть прогуляются по этим злонимончикам. Можно будет их тут несколько раз туда-сюда водить. Ну что-то да, хп я все равно не так, чтобы сильно убывает. Я думал, их как-то сплэшем будет накрывать, но, судя по всему, там кого-то конкретного дамажит. А вот это уже проблемка. Блин, ну их пачка веселая. Как такую орду бить? И он еще мелкий. И мелкий подсирало. Так, ну может все-таки пауков поднагрить на них. Это какой-то гребаный дерево-апокалипсис.
Так, а где все пауки? А где мой свисток, когда он нужен? Так, ну они сейчас зайдут на их территорию, по идее, разбудят. Так. Го. Давайте хоть чуть-чуть подамажьте. Хоть самую малость. Вот, кого-то переагрили. А я вон тут пока мелкого приговорю. Ну, мелкий-то мелкий, ну 2к хп, как бы, здрасте, привет. А погнали-ка, пока еще по золонимонам вас повожу. Ну, практически одного ушатал. Но это практически. Ну, тут надо не отбегать, тут надо уже пушить. Готовченко. Давай сразу мелкого примем. И там всего-то где-то с десяток остался энтов. Это трындец. Энты захватывают остров просто. Просто захватывают. Надо отбивать. Пока мясо бито плюс-минус свежее, можно повоевать. Я тут еще разжег, само собой, карликовую звезду, потому что ну пипец. Как бы холодно. Ой, ночью сейчас они там укуклились. Обкуклились или что они там сделали, короче, превратились в деревья. Надо их раздеревлять в обратку. И выманивать сюда, да? Ну-ка, на! Давай, я надеюсь, ты не со своими братанами идешь, а чисто один. И одного тебя я тут перейму. Я уже задолбался шатать энтов. Мне нужна ачивка истребитель энтов. Так, вон там еще один грядет-бредет. Давай его примем сюда. Давай, иди. Че ты тут замер? Ёпта, меня-то зашло злонимоны. Ну, они по 60 дамага вливают, это мало, да, по ним. Води туда-сюда, это заколебешься. Какой-то дополнительный дамаг, конечно, не выдали, но небольшой. В принципе, и на этом, конечно, спасибо. Зато у меня будет офигительно большой запас живых бревен. У меня их и так-то много было. Надо грибных ферм понастроить, действительно, что? Почему-то у меня их до сих пор нет. А очень даже пригодятся, я думаю. Тут еще прям два здоровенных бродят, ходят. По крайней мере, они меня пока не оттачат. Возможно, стоит не трогать их, потому что я задрался воевать с ними, а тут как бы дофига еще дерево, которое надо бы собрать успеть. Поэтому ладно, пусть... Хотя, с другой стороны, надо убить уже. Надо убить. Потому что, ну, камон. Потом все равно они мне помешают. Они... А вон там еще один ходит. Надо, короче, всех энтов, наверное, истребить. Новый план. Потому что, ну, харе. Сколько можно здесь хозяйничать. А мне тут еще потом этого деревяху уводить. Ну как, заросшего там, обросшего древнего туплевопряда наземного. И они его ушатывают легко и просто. Поэтому надо убирать всех энтов. Капец, уже ночь, я все дерусь. Там еще собаки прибежали. И энтов еще вот тут парочка ходит. Короче, что-то энтов слишком дофига на острове. И пока они его не прибрали к рукам, надо с ними разобраться. А то скоро мне тут места не останется с такими темпами. Я еще не уверен, что тут еще пару энтов, как бы, не имеется. Надо пока с этим разобраться и с утра тут понять, есть ли еще энты прям вот максимально близкие, максимально рядом. А вот уже и весна подкралась. Окей. Весна весной, да? Допустим, термальный камень пока что тогда можно отложить в сторонку. Энтов я наубивал, там еще ветродуйки, возможно, предстоит попользоваться. Я пошел просто за тем, чтобы какую-нибудь пищу приготовить. У меня тут овощички портятся. Так, это немножко не то, что я хотел сделать. Давай православные тефтелечки подмутим, чтобы были. И весна, да? Весна — это хорошо, весной надо много чего успеть сделать в целом, да? Неплохо подкрепиться, это понятно. Давай посмотрим, сколько вообще тут бревен, да. Бревен что-то как-то много. Пора, значит, грибные фермы делать. Для этого нужен навоз. Окей. И, наконец-то, тут все потаяло, да? Можно продолжить прокладывать дороги. Сундучки, наконец-то, сделать, что тоже немаловажно. Но прежде дерево тут дособрать, которое я уже успел там у энтов отвоевать. Но энтов я задрался бить. Это, конечно, пипец какой-то. Скоро у меня при виде энтов будет просто тошнить. Клеевцы, давайте, в честь весны, в честь того, что я нашатал кучу энтов, подгоните, пожалуйста, что-то годное. Ну, чтобы было, почему нет? Спасибо. Как всегда топово. А, ну и неплохо было бы броню подзарядить, да? Потому что там еще парочка энтов ходит, я еще даже не всех убил.
Это какой-то трындец. Топливо надо будет определенно точно под землей пофармить, потому что оно такими темпами, конечно же, довольно бодро заканчивается. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.